веду за занятия дальше. После того, как Рода начал постигать одну веду за занятия, и так длилось 4 года, он изучил все основные ведические науки и их частные формы. Он изучил все основные ведические науки. Он изучил все основные ведические науки, их частные формы, и после этого ушел в Карпаты совершать медитации. Крода посетил Солнечную систему на границе нашей галактики, в которой шли наиболее ужасающие бои времен Четвертой войны времени. И случайно подвергся остаточному действию временного оружия дровидов. На границе нашей галактики и дальше что? Это не то, что нашего времени, это войны, в которых модифицировалось время, то есть как ядерная война. Это же не война ядер, так и это. Просто война с применением временного оружия. И случайно подвергся остаточному действию временного оружия дровидов. Это перенесло его в прошлое за 3000 лет до Первой войны времени. С тех пор он стал одновременно жить сразу в двух временных потоках нашей реальности. Тогда, в прошлом, он посетил галактическое собрание мудрецов. Помня, что в оригинальной временной линии на этом собрании в виде одного из мудрецов присутствовал Ра. Который своей резкой критикой с демонической федерацией. Сейчас у нас Эрефия, а тогда была другая демоническая федерация, побольше, поинтересней. И в рамках нашей галактики. Демонической федерации спровоцировал ее на дальнейшее нападение на союз светлых сил Аревича и Лавоглавича.
спровоцировал ее, ну, то есть федерацию, к войне. Дальнейшее нападение на Союз Светлых Сил. Аревичей и Левоглавичей. Нападение Светлых Сил. Или на Светлые Силы. На Союз Светлых Сил. Нападение на Союз Светлых Сил. Аревичей и Левоглавичей. Аревичей. И Левоглавичей. Левоглавичей. Mm-hmm. То есть те, которые похожи на человека с головой льва. Аревичей и Левоглавичей. Но в оригинальной временной линии на этом собрании в виде одного из мудрецов присутствовал Ра только для того, чтобы в дальнейшем создать место, которое со временем должен был занять Крот. Но в оригинальной временной линии. На этом собрании в виде одного из мудрецов присутствовал Ра. Но в оригинальной временной линии на этом собрании в виде одного из мудрецов присутствовал Ра только для того, чтобы в дальнейшем создать место, которое со временем должен был занять Крот. Угу. Ушмапытели, ядоточные демоны. Уж ма пы. Знаешь таких? Уж ма пы. Тире, ядоточные демоны. Ядоточные? Ну как источающие яд. Уж ма пы, ядоточные. Демоны. Демоны. Там презентовали. Посох контроля чужих сознаний. Посох контроля чужих сознаний. Есть. Угу. Это было настолько... Это было настолько мерзко и гнусно, что Крода не выдержал, двоеточие. Вскочил и начал их порицать. Не выдержал. Вскочил и начал их порицать. Порицать? Угу. Понимаешь значение этого слова? Ну, как бы ругать, критиковать, что-то такое. Тогда понимаю. Угу. Так Крода вмешался в ток времени и изменил его. Подними святое изображение. Угу. Так Крода вмешался в ток времени и изменил его. Так Крода вмешался в то время, не изменил его. Есть? Угу. Законы временного выравнивания не сработали, потому что это не спровоцировало. Дан. Да. С большой. Угу. Да. С большой. Круша с большой. Круша. С большой кла. Ка, дан, да, круша, кла. Ка, дан, да, круша, кла. Да. То есть это какая-то такая штука, когда, ну вот, допустим, кто-то хочет убить Гитлера из нынешнего времени. Допустим, изобретает машину времени, спускается в прошлое, убивает Гитлера. Значит, Гитлера не было в прошлом. Значит, он не стал известный как диктатор. Значит, человек, живущий в это время, вообще мог не родиться. Или даже если родилось что-то похожее, то ему не было смысла опускаться в прошлое, убивать невесть кого. Угу. Кого и так убить?